Партийцы помогли театральному центру «Жаворонки» решить вопрос со строительством летней беседки. Такая просьба была озвучена на встрече первого зампреда Мособлдумы Ларисы Лазутиной и вице-президента торгово-промышленной палаты Московской области Игоря Шаповалова с коллективом культурного учреждения. Команда волонтеров местного отделения партии «Единая Россия» оперативно откликнулась на просьбу. Было подготовлено новое основание, на которое установили беседку.